Всем большой привет! Это канал Просто Рецепт. Сегодня готовлю очень полезный овсяный кисель. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для него мне понадобится 1 чашка геркулеса и 3 чашки воды. Сначала геркулес необходимо смолоть в муку. Вот что из этого у меня получилось. Высыпаю муку в емкость и добавляю 3 чашки воды. Все перемешиваю. Накрываю крышкой и оставляю в теплом месте на 8-10 часов. По прошествии времени все хорошо перемешаю и процежу через сито. Нам понадобится только именно жидкость из-под овсянки. Вот такая жидкость молочного цвета у меня получилась. Это, можно даже сказать, молочко овсяное. Теперь его надо поставить вариться и варить после закипания 3-4-5 минут. Главное, чтобы он загустел. Что можно сделать с остатками овсянки? Можно их положить в котлетки. Котлеты будут еще нежнее и сочнее. Можно сделать кашу. Немножко присолить и при постоянном помешивании варить кисель. Вот он закипел. Убавлю огонь совсем. И поварю еще 2-3 минутки. Готовый кисель можно переложить вот такие вот стаканчики, либо силиконовую формочку. Вот сколько у меня получилось из этого количества. Один вот такой вот стаканчик, неполный. Здесь примерно где-то будет 150 грамм. И вот 3 таких формочки. Накрыть пленкой и оставить застывать. Можно поставить в холодильник. Он хорошо застынет и будет очень красиво. Кисель из овсянки прекрасно застыл, он держит форму, не вытекает. Вот такое полезное и очень красивое блюдо можно приготовить из овсянки. Приготовьте, порадуйте себя и близких, будьте здоровы и счастливы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всех благодарю за просмотр этого видео. Со всеми прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока-пока.